Москве проходят Дни молодежной науки. В рамках научных мероприятий сегодня школьники городских образовательных учреждений смогли поделиться своими научными трудами со сверстниками. На этот раз ежегодное мероприятие проходило на тему экологии. Так, учащиеся президентского кадетского училища рассказали о снежных барсах и принципах сохранения их популяции. По словам организаторов, подобные мероприятия нужны для того, чтобы школьники ознакомились с методологией научных работ. Также такого рода конференции помогают учащимся определиться с будущей профессией. Первоначально мы проводили много лет только со студентами, аспирантами, учеными приглашали. В том году мы охватили студентов средних специальных учебных заведений города Кызыла, а в этом году мы пригласили школьников города Кызыла. Пригласили для чего? Для того, чтобы ребята со школьной скамьи уже могли получить какой-то опыт публичного выступления и освещения своих научных работ. В последнее воскресенье каждого месяца преподаватели кафедры иностранных языков Тювинского госуниверситета проводят бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку для учащихся 9-11 классов школ республики. Занятия будут проходить в здании филологического факультета. 26 ноября школьников ждут на очередное занятие мастер-класс.